Ресторан «Валерий» в Люберцах снесли по решению арбитражного суда. Здание незаконно располагалось в охранных зонах сетей тепло- и водоснабжения. По словам представителей администрации, это грозило возникновением аварийной ситуации. Ресторан не работает. Такая вывеска появилась на одном из самых больших и известных заведений в Люберцах. А потом и вовсе здание на Октябрьском проспекте начали демонтировать. Произвол – решение арбитражного суда. В течение месяца с момента вступления решения в законную силу должник обязан был произвести демонтаж сооружения. Должником данные требования были не исполнены, в связи с чем взыскателю предоставлено право на самостоятельный снос. Дело тянется еще с 2005 года. Тогда владелец сделал площадь кафе больше, чем ему разрешили. Здание стало располагаться в охранных зонах сетей тепло- и водоснабжения. При возникновении аварийной ситуации могли быть отключены от тепла порядка 70 многоквартирных домов, 4 детских сада, 2 школы и 23 административных здания. Сначала мы попросили предпринимателя произвести самостоятельно реконструкцию и доведение до тех параметров, которые ей были согласованы. Однако было отказано ей, и мы вынуждены были обратиться в суд. Снос здания кафе «Валерий» осуществляется представителями службы судебных приставов. Все средства, потраченные на демонтаж и освобождение территории, будут взысканы с собственника. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.